Жители дома на улице Московской попали в необычную ситуацию. В подъезде недавно прошел ремонт. В доме поменяли входные группы и установили новые домофоны. Но буквально на следующий день на входных дверях появились странные таблички. Вот, значит, отверстия, которые, где были установлены эти таблички. Вот, просверлили дверь новая, установили алюминиевые свои таблички с рекламой. На табличках были контакты фирмы, которая взломала домофон и отключила жителей от управления замком. Теперь владельцы квартир могут открыть дверь только с помощью специального ключа. Использовать код, пароль или позвонить в квартиру с улицы невозможно. 14 июня мы обнаружили, что не поступает сигнал в квартиру. То есть с улицы, когда кто-то приходит, собственно, человек не может попасть в подъезд. Есть еще у меня такое обстоятельство, я живу с родителями, очень пожилые люди, 82 года, 84 года. Для них это очень важно. Врач элементарно не может попасть в подъезд. При этом жильцам стали приходить дополнительные квитанции, теперь они вынуждены платить за домофон дважды, хотя по факту он вообще не работает. Квартиры жителям были отключены программно. И у нас возникли сложности с тем, что мы не можем взломать эти программы. И, значит, эти дома включены в программу модернизации домофонного хозяйства. И, соответственно, в этих домах будут заменены панели и уже установлены с новыми программами. Все проблемы с домофоном обещают решить в ближайшее время. А до конца года в городском округе должны установить 300 современных панелей с камерами видеонаблюдения. Александр Гузаев, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ. Спасибо.